Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие участницы совместного проекта «Райский сад». Приглашаю вас к просмотру нашего отчета за апрель месяц. Апрель месяц у нас получился достаточно продуктивным, и вообще наш совместный проект получается очень масштабным, так как данная тема многим пришлась по сердцу, и у рукодельниц не одна работа, есть много финиши, есть старты, есть новые участницы, которые к нам присоединяются. Также игра ВКонтакте тоже нам помогает продвигать наши процессы. В общем, у нас много всего интересного. Ну и, конечно же, по итогу совместного проекта будет розыгрыш. У нас приготовлены интересные рукодельные подарки. Ну что, поехали! Итак, переходим к отчетам, и наши отчеты открывает Марина Черная. Марина вышивает авторскую схему от Натальи Черепановой Маки. Размер работы 180 на 180 крестиков. Используется 43 цвета ДМС. И пишет нам Марина, что в восторге от процесса, сплошная цветотерапия. Впервые вышиваю схему от Натальи Черепановой, но явно не последнюю. Одна печалька, мало времени для любимого процесса. Ну что ж, со временем у всех проблема, главное, процесс радует. Желаем шустрой иголочки. А вот и финиш от Юлии Дубинкиной. Это набор фирмы Риолис «Шотландский вереск». Вышивка шерстью, размер работы 25 на 25 сантиметров. Пишет Юлия, что ей очень-очень понравилась эта картина с цветами. Вышилась работа у Юлии достаточно быстро. Поздравляем с прекрасным результатом. Юлия продолжает свое участие с набором фирмы «Чудесная игла». Это лебединая пара, размер работы 30 на 21 сантиметр. Здесь используются 22 цвета ниточек мулине. Пишет Юля, что вышивается очень легко и быстро. Возьмешь одну ниточку и замечаешь, что ты отшил уже 3-4 ниточки. Замечательно, очень хорошо, когда вот так вот процесс доставляет удовольствие. Дизайн очень симпатичный, будем ждать продвижений. Переходим к процессам Кристины Внуковой. Кристина нам, во-первых, отчитывается по дизайну фирмы Dimensions. Это всем известная картина «Парад шаров». Размер работы 40 на 30 сантиметров. Вышивается на Аиде 18 аккаунта. Здесь используется 47 цветов ниточек. В этом месяце немного продвинулась работа, но тем не менее есть продвижение, и это хорошо. А вот эта работа продвинулась уже намного больше. В принципе, по крестикам здесь все вышито. Единственное, не хватает бэкстича. Я думаю, что в следующем месяце Кристина и нас, и вас порадует финишем. Мы будем любоваться на эту красоту. Напомню, что это дизайн фирмы Dimensions. Это венок с колибри. Это подбор Кристины. Размер работы 241 на 233 крестика. Кристина здесь заменила основу на австрийскую равномерку Еву 28 аккаунта светло-зеленого цвета. Ниточки здесь СХС и гамма. Всего 42 цвета и 6 блендов. Вот такая вот красота получается, и даже не скажешь, что здесь подбор. Также Кристина добавляет еще два процесса. Во-первых, это схема от Надежды Маштаковой «Остров Пасхи». Размер в крестиках 148 на 87. Основа здесь линда 27 аккаунта от Гаммы, нитки ДМС. По технике здесь крест, полукрест, бэкстич, французские узелки. Всего 27 цветов и 9 блендов. Дальше вторая авторская схема от Евгении Тумаковой «Гортензия». Размер в стежках 90 на 98. Канва неизвестного происхождения 14 аккаунта, крашенная вручную в фиолетовые и малиновые оттенки. Кстати, основа получилась просто супер. Ниточки здесь СХС, техники крест и бэкстич. По цветам 15 цветов чистых и 6 блендов. Вот такие вот новые процессы Кристина вводит. Прекрасные дизайны.
Переходим к отчетам Элизы Левиевой. У Элизы очень много процессов. Начнем с прекрасной розы. Это у нас пышное благоухание от Новой Слободы. Размер 28 на 35 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта. Здесь у нас нитки Аврора 120, всего 21 цвет. Основа тонированная. Пишет нам Элиза, что вышила 1500 крестиков, полностью вышила желтую розу и также бэкстич. Бэка много на розе, но в некоторых местах его совсем не видно. Дальше будет Элиза вышивать листики у розы. Прекрасное продвижение за месяц. Следующий процесс от Элизы. Это тюльпаны на столе фирмы РТО. Здесь у нас размер 28 на 28 сантиметров, полная зашивка. И в этом месяце прибавилось 3050 крестиков. Отличное продвижение, практически готов третий угол, работа хорошо продвигается, супер. Еще одна работа Элизы – это попугай от Nitex. Размер работы 37 на 27 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта белого цвета. Ниточки здесь ПНК 22 цвета. Будет полная зашивка. В этом месяце прибавилось 2000 крестиков. Красивые яркие попугаи подрастают. Отчет Елизаветы Хлюстовой. Во-первых, это набор фирмы Dimensions, японский сад. Вышивается на аиде 16 каунта светло-голубого цвета. Используется здесь 40 чистых цветов и 7 блендов, смешанная техника. Размер работы будет 40 на 30 сантиметров. Пишет Елизавета, что сомневается, переживает, что будет долгострой, так как получилось вышить меньше 3% в месяц. Медленно, но не стоит на месте. Ну что, у нас месяцев совместного проекта еще много впереди. Пусть по 3% вышивается и продвигается работа. Это тоже большой-большой результат. А это вторая работа Елизаветы. Пишет нам Елизавета: «У лебедей все супер. Уже вся семья полным составом, готова 65%. Мне тоже очень нравится, как выходит. Это тоже стимулирует желание вышивать ее в первую очередь. Думаю, в этом месяце будет финиш». Прекрасная картина вышивается, очень удачно подобрана основа. Желаем удачи и ждем, конечно же, готовую работу. Марина Денисова отчитывается по набору фирмы «Пана Цапля». Размер работы 29 на 25 сантиметров. Используется 23 цвета. Этот набор Марине подарила дочка на день рождения. И в нашем совместном проекте Марина начала вышивать этот прекрасный набор. Пишет нам, что в апреле процесс немножко подрос. Процесс очень интересный. Используются здесь крест и полукрест в 2, 3, даже в 4 сложения нити. Впереди майские праздники и море удовольствия от этой цапельки. Желаем ей быстренько продвигаться. Мы ее очень ждем. Александра Бо завершила прекрасную работу. Это набор фирмы Алиса. Тюльпаны. Размер работы 40 на 30 сантиметров. Вышивались мулине фирмы Гамма на аиде 14 каунта. Прекрасная работа. Пишет Александра, что впечатления от работы самые положительные. Все легко, логично и результат отличный. Мы это видим. Поздравляем. Прекрасная работа. И Александра продолжает участие с еще двумя прекрасными наборами. Во-первых, это набор от фирмы «Чудесные иглы», аромат сирени, размер работы 40 на 37 сантиметров. Вышивается мулине гамма 41 цвет, в наборе аида 14 каунта белого цвета. Но пишет Александра, что заменила ее на Монику 28 каунта. И вот так выглядит подготовка. Ну что ж, желаем шустрой иголочки. Вторая заявка Александра – не менее очаровательные подсолнухи от фирмы Алиса. Так и называются – солнечные мечты. Вышиваются мулине гамма, используются 32 цвета. Вышивка на аиде 14 каунта. Размер работы 30 на 40 сантиметров. Вот так выглядит подготовка. Я думаю, что в следующем месяце мы уже увидим первые крестики.
Отчет Людмилы Ткаченко, известного блогера Люда Т. Вышивает Людмила набор фирмы Лукаэс, корзина с розами, размер работы 42 на 34 сантиметра, вышивается на аиде 18 каунта. На начало СП было готово 41% работы. Ну и мы видим, что за это время работа очень хорошо подросла. Сейчас уже 69% вышито. Пишет Людмила, что работа очень нравится. Ну и, конечно же, результат великолепный. Отчет Светланы Яковлевой. Светлана вышивает сэмплер по схеме торговой марки «Совиный лес», «Гуси», «Подсолнухи». Вышивается на льне Белфаст 770 цвета ниточками по ключу. И пишет нам Светлана: «Растет моя деревенька, построила еще один домик. Извиняюсь за фотографию, не стала снимать и гладить вышивку. От норги очень травмируется лен. Лишний раз не хочется запяливать. В следующий раз планирую показать готовую работу». Очень хорошие новости, ждем готовую работу и желаем шустрой иголочки. Отчет Натальи Аксеновой. Дизайн фирмы Dimensions в сборке от магазина «Клубок желаний». Называется «Сладкий нектар». Размер работы 30 на 30 сантиметров. Вышивается на аиде 18 каунта. Всего здесь 43 чистых цвета, 13 блендов. Используется крест, полукрест и бэкстич. И в этом месяце приросло 740 крестиков. Ну что, тоже прогресс. Тина Мардаян вышивает восточного красавца от фирмы Риолис. Размер работы 19 на 90 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта фирмы Цвайгат. Ниточки здесь шерсть акрил 22 цвета. И в этом месяце прибавилось 588 крестиков. Пишет, что продвижения небольшие, так как месяц был мало вышивальным. Ну ничего, у нас впереди много месяцев. Потихоньку вышится красавец. Отчет Татьяны Буркицы. Татьяна вышивает «Сумеречный мост» от магазина Ами Шоп. Пишет нам, что в этом месяце апреля работа подросла, начался строиться домик, в окнах даже появился свет. Работа очень красивая, и мы ждем продвижения. Также Татьяна добавляет еще одну работу. Это будут три букетика от дизайн-группы «Моя вышивка». Данная вышивка вышивается на пластике. В работе используется 30 цветов ДМС. Здесь подбор в ДМС. Есть гамма, есть СХС. Размер всех трех цветов будет 131 на 77 крестик. И очень Татьяна надеется, что успеет всех их вышить. Мы видим, что уже первый готов. Так что, я думаю, два остальных не заставят нас долго ждать. У Светланы случился финиш в апреле месяце, с чем мы поздравляем. Светлана вышивала набор фирмы «Ланарт» и «Птица на колонке». Размер данной работы 29 на 39 сантиметров. Вышивался на ленте 27 каунта. Использовалось 28 цветов. По технике крест в две нити, крест в одну нить и бэкстич. Пишет нам Светлана, что получила огромное удовольствие при вышивке данного сюжета и на такой хорошей волне хочет продолжить участие с еще двумя работами. К ним и перейдем. Итак, два новых процесса, которые заявляет Светлана. Во-первых, это набор фирмы «Ланарт», корзина с цветами. Размер работы будет 29 на 32 сантиметра. Вышивается на линде 27 каунта. Используется здесь 40 цветов. Техника выполнения: крест в две нити, крест в одну нить, бэкстич и французские узелки. Вторая работа — это у нас Лети Стич, винтажная бабочка. Размер работы 25 на 25 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта. Используется 35 цветов. По технике крест в две нити, полукрест в две нити и французские узелки. Вот такие интересные заявки. Будем с нетерпением ждать продвижения. Желаем шустрой иголочки. Татьяна Турова в этом месяце поработала очень хорошо над вышивкой, продвинула. Напомню, что это у нас набор фирмы Lety Stitch Star Birch. Пишет Татьяна, что схема прогонистого типа и местами есть сложные участки. Вышивает по саге, поэтому
процесс продвигается. Если бы это была бумажная схема, то, наверное, бы не смогла столько вышить. Ну что ж, самое главное, что Татьяна нашла для себя способ отшива, и мы радуемся этим прекрасными продвижениями. Татьяна добавляет еще одну работу. Это «Матильда в розовом саду», схема «Химеры», размер в крестиках 250 на 317, ниточки здесь СХС, канва равномерного переплетения 25-го каунта «Колмар», гобеленовый стежок через одну нить. И вы можете видеть, что старт произошел, есть уже первые стежки, очень красивый, интересный дизайн, такая пушистая красавица Матильда, много цветов, яркая картинка, с нетерпением ждем продвижения. Наталья Фомина в этом месяце представляет нам финиш, завершился дизайн по набору «Чудесная игла». Это оригинальный набор. Наталья первый раз вышивала этого производителя и очень быстро справилась с данным наборчиком. Вот такая красота получилась. Поздравляем! На этом не останавливается Наталья и также продолжает участие с еще одним набором. А дизайн, над которым продолжает работать Наталья, это топинарий от фирмы Joy Sunday. Вот такое красивое деревце. Вы можете видеть, что горшок и ствол уже полностью завершены. Ну и дальше, я думаю, Наталья быстренько справится с основным деревом, и мы уже будем наблюдать всю эту красоту. Очень интересно посмотреть, когда смоются краски, как это будет выглядеть. У Виктории Румянцевой в этом месяце также случился финиш. Виктория завершила работу фирмы Lanarte, называется «Ночь», размер работы 40 на 40 сантиметров. Основа здесь линда 27-го каунта молочного цвета, мулине 60 цветов, ДМС. Техника по вышивке крест в одну и в две нити, а также есть бэкстич. Пишет на Виктория, что ей очень понравилось вышивать. Работа идет легко и просто, материалы в наборе качественные. И осталось ниточек еще на один отшив. Задумалась Виктория над тем, чтобы купить еще равномерную основу и вышить парную работу. По-моему, называется «День». Такой дизайн у Lanarte. Работа получилась прекрасная. Поздравляем с прекрасным итогом. Виктория продолжает участие с новеньким наборчиком фирмы Риолис 657. Подушка ирисы. Размер работы 40 на 40 сантиметров. Вышивается на аиде 10 каунта. Ниточки здесь шерстяные, шерсть акрил, всего 9 цветов. Техника вышивки крест в 3 нити. И вот такая красота получается. Пишет нам Виктория, что есть расхождение цветов с обложкой, но в целом очень симпатично получается. Думаю, что и по итогу готова работа тоже будет выглядеть великолепно. Анна Кокорина вышивает набор фирмы «Золотое руно», павлин, размер работы 41,9 на 38 сантиметров, используется 37 цветов ниточек Мадера. Пишет Анна, что набор очень нравится и с удовольствием его приступила вышивать в нашем совместном проекте. Вот за апрель месяц закончила первый лист схемы. Немножко помучилась полукрестом, но результат того стоит. Появился второй павлин. Замечательно продвинулась работа. Поздравляем с хорошим итогом. Анна Маркина отчитывается по сэмплеру. Это репродукция старинной вышивки. Размер в крестиках будет 253 на 229. Количество цветов 21, здесь используется ДМС, вышивается работа на льне 28-го каунта цвета летний хаки. Пишет нам Анна, что почти готов левый край бордюра. Ну и, конечно же, подробности по данному процессу можно посмотреть у Анны на канале. Отчет Ангелины Орловой. Во-первых, Ангелина отчитывается по набору фирмы РТО. Пишет нам, что готова чашечка с блюдцем. И чтобы облегчить и немного ускорить себе вышивку,
переорганизовала процесс на игольчатые органайзеры. Теперь не трачу время на частую смену нитки. Чашечка с блюдцем был непростым участком, но на сахарнице можно отдохнуть. Сейчас перехожу на верхнюю часть сахарницы, немного отдохну на ней и буду продвигаться к самым сложным участкам схемы, к нарциссам. Так что, надеюсь, в следующем отчете будут уже хоть немного, но красоваться нарциссы. Несмотря на все сложности, процесс все равно любим. И второй процесс, который вышивает Ангелина, это дизайн фирмы Dimensions. Пишет нам Ангелина: «Вышила большой пион почти весь, хорошо заполнились другие участки. Я очень рада таким продвижением, еще немного и будет 50% работы готово. Безумно люблю этот процесс». Отчет Марины Лакизы. Марина вышивает набор фирмы Panna в бразильском лесу. Здесь, используя 50 цветов ниточки гамма, вышивается на аиде 14 каунта зеленого цвета, пишет нам Марина. Набор фирмы Panna в бразильском лесу. Очень много полукреста, и как он мне тяжело дается. Нитки очень похожи по цвету. Если отвлекся, все пропало. Не найдешь, где шил, какой ниточкой и какой значок. Ну да, в каждой работе есть свои сложности, но получается очень красиво. Я думаю, того стоит потрудиться немножко, зато потом будет прекрасная работа. Татьяна Шевченко вышивает в нашем совместном проекте набор фирмы Letty Stitch Bird Table. Используется здесь 58 цветов, размер работы 43 на 30 сантиметров, ниточки здесь анкор. Посмотрите, какие яркие фотографии, какая вышивка получается яркая. И самое интересное то, что вышивка соответствует обложке, нет больших расхождений в цветов, молодцы Letty Stitch. Ну и Татьяна, конечно, тоже молодец, что дает нам возможность полюбоваться на новые дизайны этой фирмы. Переходим к отчетам Елены Классен. У Елены очень много процессов заявлено в нашем СП. Во-первых, это набор фирмы Риолис у Фонтана, размер работы 30 на 40 сантиметров. Основа здесь Свайкарт 14 каунта Аида. Техника выполнения: крест в 2 и в 3 нити, полукрест в 1, в 2 и 3 нити. Также бэкстич, будет 4 цвета. Также используется вышивка лентами, их 4 цвета. Мулине анкор 30 чистых цветов плюс 8 блендов из них. Пишет нам Елена, что в этом месяце добавила 7000 крестиков. Вышивает по новой программе Елена и пишет, что очень хорошо все продвигается. На данный момент вышилось 27,6%. Прекрасный итог. Ну и переходим к следующим процессам. А это набор фирмы Лукаэс «Красная смородина». Размер готовой работы будет 49,5 на 22,5 сантиметра. По технике счетный крест 2 нити, вышивается ниточками анкор. Количество цветов всего 38. Основа здесь Свайгард 18 каунта. Пишет нам Елена, что полностью вышита правая сторона, готова 65% работы. Пишет нам Елена: ура, ура. Кажется, что скоро будем любоваться готовой работой. Мы очень ждем готовую работу и желаем шустрой иголочки. Елена Классен отчитывается по набору фирмы Алиса «Белые розы». Размер работы 222 на 150 крестиков. Размер в сантиметрах 40 на 27. Количество цветов 35 и 17 блендов из них. Техника: крест в 1 и в 2 нити, полукрест в 1, в 2 и 3 нити. Прибавилось в этом месяце 6000 крестиков. Пишет нам Елена, что вышивала всего 3 дня. Хочу сделать этот процесс основным. Настолько легко идет. Он и по бумажной схеме быстро продвигается, а с программой просто полетел. Может, получится закончить его в этом месяце. Прекрасный итог за месяц, особенно за 3 дня. 6000 крестиков. Просто супер. Конечно же, будем держать кулачки за готовую работу. Еще один процесс от Елены – это утренняя песня по буклету от фирмы Dimensions. Размер 114 на 240 крестиков.
В процессе участвовало 26 цветов ниточек анкор, техника крест, полукрест, бексич, французские узелки. Начало положено, пишет нам Елена. Первые 2190 крестиков плюс бексич готово. Вышивается очень легко, результат потрясающий, в общем, полнейший восторг. Мы тоже восторжены началом этой работы и с огромным удовольствием будем наблюдать за ее отшивом. Следующий процесс Елены – это клубника, набор фирмы Алиса. Размер готовой работы 27 на 19 сантиметров. Используется здесь 32 цвета мулине фирмы Гамма и 10 блендов из них. Основу Елена заменила на Бритни Лугану 28-го каунта голубого цвета от фирмы Цвайгард. И вот начало уже положено у этого процесса. Елена начала с середины, пока до ярких красок не добралась, но уже сама основа и, конечно, такие яркие, сочные фотографии нас очень радуют. Отчет Насти Антоновой. Настя вышивает набор фирмы Лука С. Пишет, что в этом месяце вышилась еще одна вишенка. Также вышивает дизайн фирмы Буцила, но это был набор от Ами Шоп. В данном наборе Настя заменила основу на Мурану 32-го аккаунта и теперь вышивает на этой основе. Подрос немножко цветочек, процесс идет хорошо. Пишет, что СП очень стимулирует на вышивку этих процессов. Я этому очень рада. Жанна Офицерова вышивает набор фирмы Dimensions, это коралловые пионы. Пишет нам Жанна, что вышивала в этом месяце 11 дней и вышилось 10 776 крестиков. Пишет, что вышивает по саге, процесс идет быстро, очень хочет закончить в июне. На сегодня уже отшито 60,82%. Да, если бы не сага, то было бы трудно. Бэка очень много, но ничего, потихоньку, помаленьку я его вышиваю. Вот такие прекрасные продвижения у Жанны за этот месяц. Желаем, чтобы все обязательно случилось. Екатерина Осташкина вышивает в нашем совместном проекте набор фирмы Ланарте, прекрасный скворечник с птичками. Пишет, что в этом месяце немного продвинулась работа, так как много было работы. Вышивает по бумажной схеме, и это тоже немножко тормозит процесс, но в целом работа уже процентов на 20 вышита. И надеется Екатерина, что в следующем месяце обязательно вышьет птичку-маму. Уже есть голубенький хвостик. Я думаю, получится и птичку вышить, и еще повышивать и скворечник, и зелень. Пусть работа продвигается. Наталья Тан вышивает набор фирмы Ланарте, точнее дизайн фирмы Ланарте, но в китайской версии. Размер работы будет 35 на 35 сантиметров. Вышивается на линде от Цвайгард 27-го каунта. Мулине здесь ДМС. Пишет нам Наталья, вышивается легко и с удовольствием, несмотря на то, что китайская версия. От набора максимум положительных эмоций. В оригинальном наборе короткая нарезка мулине и необработанная канва. В этом же наборе ниточки хорошей длины и обработанные края. От процесса только одни приятные эмоции. Отчет Юлии Зверевой. Юля вышивает набор фирмы Алиса тюльпаны. Размер готовой работы будет 22 на 26 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта кремового цвета. Используется 22 цвета плюс 4 бленда. Пишет нам Юлия. Представляю свой скромный отчет за апрель. Вышито всего 23%. Вышивать интересно яркие нитки, но, к большому сожалению, очень мало времени на любимое занятие. Светлана Минаева отчитывается по набору фирмы «Чудесные иглы. Семейное гнездышко». Вышивается на ID 14 аккаунта, используя 39 цветов мулине гамма. В набор входит светосимвольная схема. Размер готовой работы будет 19 на 25 сантиметров. И за апрель месяц всего вышилось 50% работы, вышивается легко и с удовольствием. Я думаю, что мы скоро увидим готовую работу. Получилось очень красиво и красивые фотографии. Оксана Яковенко отчитывается по набору фирмы Ланарте, называется «Райская птица». Размер работы будет 30 на 41 сантиметр. Вышивается на
равномерной основе 27 каунта, ниточки здесь ДМС, 39 цветов и есть также креник. Пишет нам Оксана. Доброго времени суток, Юлия и все участницы СП. Апрельское продвижение у меня небольшое, но совсем скоро эта работа станет моим основным процессом, и это не может не радовать. Да и переезд на самые большие пластиковые пяльцы явно пошел ей на пользу. Я наконец-то привыкла к тому, что схема здесь имеет размер советской газеты. Поначалу меня это немного смущало, но сейчас мы уже подружились. В общем, все складывается очень неплохо и обнадеживающе. Лера Серегина отчитывается по авторской схеме от Надежды Ильиной Амарилисы. Вышивается этот дизайн на айде 16 каунта белого цвета крестом в две ниточки. Ниточки здесь ДМС. Вот так продвинулась работа. Очень хорошее продвижение за месяц, при том, что это не простой дизайн. Отчет Галины Агеевой. Галина вышивает шарик от Ринка Зи из серии росписи. Пишет нам, что все клиночки шарика вышиты, но этот шарик как зачарованный. Ждала, когда закончится изоляция и откроются магазины, чтобы докупить фурнитуру и собрать его. Но оказалось, что магазин переехал. А поскольку это уже шестой шарик в серии росписи, то хочется, чтобы они все были оформлены одинаково. Буду искать фурнитуру дальше, а пока просто отчет, а не готовая работа. Ну что ж, мы тоже порадовались прекрасными посмотрели на прекрасные фотографии, порадовались вот таким итогом. Еще один дизайн, который вышивает Галина, это дизайн фирмы Passion Recamo. Здесь вышивка идет на основе Мурана Лугана, основа по ключу. Также Галина металлик от Rainbow Gallery заменила на креник. Используется в работе 38 цветов ДМС, 6 цветов металлика и бисер. Пишет нам Галина. Платье феи все больше становится похоже на платье. Понемногу привыкаю к схеме, и значки уже не так пугают. Но обилие красных цветов немного притормаживает работу, поэтому отвлекаюсь на другие цвета. Уже появился красный букет с зеленью, удерживающий подол платья, и белая вставка с тремя цветами металлика. Хорошо, что те цвета у меня есть в оригинальных ниточках Rainbow Gallery. Этим металликом очень приятно вышивать, в отличие от блендинга от Креник, которым вышиваю участки на красном. Ход работы и продвигается совсем понемногу, но платье все больше сверкает, и от результата я в полном восторге. Также Галина добавляет еще две работы. Во-первых, это набор фирмы «Маричка» в ее саду. Пишет нам Галина. Уже давно я не вышивала лентами, но стараюсь, чтобы каждый год у меня была готова одна работа в этой технике. Природа вокруг пробуждается, и уже скоро зацветут любимые мной ирисы, и тогда наверняка появится вдохновение вышить эту работу. Набор в ее саду торговой марки «Маричка». Вышила уже не одну работу лентами от этого производителя и всегда довольна комплектацией и результатом. Думаю, что с этой работой будут такие же приятные эмоции. И также Галина добавляет еще один очень интересный наборчик. Это новинка от фирмы «Волшебная страна», шкатулка «Игольница». Пишет Галина, набор совсем недавно вышли в продажу, но уже успели приглянуться. Я выбрала для себя несколько дизайнов, и моя мама, когда увидела эту шкатулочку, то была просто в восторге, ведь она очень любит розы. Но мама больше вышивает бисером, поэтому я решила сама вышить ей такую красоту в подарок. В наборе есть все необходимые материалы, остается только вышить и собрать крышку коробочки. Ну, Галина уже представляет готовый результат. Все получилось очень красиво и быстро у Галины. Поздравляем с прекрасным итогом. Надежда Дубинских отчитывается по набору фирмы Dimensions. Называется «Японский сад». Размер работы 40 на 30 сантиметров. Вышивается на оригинальной основе. Все материалы здесь оригинальные. Пишет нам Надежда, что вышито уже 50%. В апреле прибавилось 6000 крестиков, и общая сумма зашитого участка составляет 22000 крестиков. Очень нравится результат, но пишет, что были неточности в электронной схеме. Пришлось исправлять ситуацию по ходу вышивки. Об этом рассказывает Надежда в своем видео. Ссылка в инфобоксе.
У Елены Каневой случился финиш в этом месяце. Прекрасные маки. Вышивались эти маки по набору фирмы Lanarte на равномерной основе 27 каунта. Размер работы 18,5 на 18,5 сантиметров. Вот такая красивая, яркая работа получилась. Поздравляем с итогом. Но на этом финише Елена не останавливается, продолжает участие с набором от фирмы Буцила Санни номер 46471. Пишет Елена, что ниточек очень много, их разбор особое удовольствие, зашивка почти полная. Вышивается крестом в одну и в две нити на аиде 14 каунта. Размер должен получиться 28 на 35,5 сантиметров. На сегодня вышился фон, вышивается он в одну ниточку очень легко. И прорисовываются очертания кувшина. Вот такой замечательный дизайн. Светлана Романова отчитывается по дизайну от Stony Creek, но данную схему Светлана немножко переработала. Ее размер получился 72 на 58 сантиметров. Размер готовой работы будет. Вышивается на Аиде Цвайгер 14 каунта ниточками ДМС. Мы видим, что работа хорошо подросла. Появились две птички красивые, скворечник, но еще впереди очень много красоты. Наталья Сапьяненко отчитывается по набору фирмы «Золотое руно» «Девушка с лебедем». Размер работы будет 53,2 на 25,5 сантиметров. Используются 52 цвета, из них 5 блендов. Вышивается крестом в две ниточки на аиде 18 каунта. Ниточки здесь «Мадера». Пишет нам Наталья, что вышла первый лист и начала уже второй. Получается очень ярко и соответствует картинке на обложке. Вера отчитывается по набору фирмы Алиса «Тюльпаны». Вышивается на аиде 16 каунта ниточками гамма. Работа очень хорошо продвинулась за этот месяц. Мы видим, что осталось вышить совсем чуть-чуть. И видно немножечко изнанки. Работа очень аккуратно вышивается. Я думаю, что скоро мы увидим и завершенную работу. Светлана Непомнящая отчитывается по набору фирмы «Золотое руно». Дизайн называется «Свежесть». Размер работы 31,3 на 38,3 сантиметра. Используется 47 цветов. Вышивается на аиде 16 каунта ниточками «Мадера». Продвижение за месяц вы видите, как хорошо работа подросла. Ну и рядышком с работой верная помощница Такса Белла помогает, наверное, создает настроение рукодельницы. Также Светлана добавляет еще одну работу фирмы «Чудесная игла». Шиповник вышивается на аиде 18 каунта. Мулине здесь гамма 22 цвета. Пишет Светлана, что вышивает этот дизайн на работе в свободной минутке. Старт был 16 апреля. Отчет Ольги Важениной. Ольга вышивает два дизайна. Во-первых, это оригинальный набор фирмы «Фуджика». Вот такая прекрасная роза, вышивается на аиде 16 каунта, светло-кремового цвета, используя 30 цветов мулине Космо, цветная схема формата А3, игла 24 размера, размер работы должен получиться 30 на 40 сантиметров или 26 на 35, пишет Ольга, что непонятно. Ну, по итогу, наверное, нам замерит Ольга и расскажет. За этот месяц работа подросла на целую розу. Вот такая красавица получается. Листочки немножко вышивались. Очень крупная фотография. Можно посмотреть переходы цветов. Замечательный ток. И переходим к следующей работе. Зайдем в уголок райского сада с необыкновенно красивыми цветами на берегу реки. Так пишет нам, представляет нам работу Ольга. Это набор фирмы Lanarte, размер 40 на 40 сантиметров, вышивается на равномерной основе 27 каунта бледно-зеленого цвета с рисунком, используется 56 цветов мулине, вышивается крестом в две и в одну нить. Вот такой масштабный процесс, много цветов, я думаю, что получится очень красиво.
Отчет Светланы Миловановой. Светлана вышивает дизайн гончаровой Марины. Это тропинка в саду. Размер готовой работы будет 26 на 26 сантиметров. В крестиках это 145 на 145. Это реконструкция схемы 1890-х годов. Вышивается на Монике 28 каунта через две нити переплетения. Номер основы 2150, цвет светлый хаки. Ниточки используются ПНК, 16 цветов. Вышивается без разметки. Пишет нам Светлана, что немножко не успела завершить эту работу и будет стараться завершить в этом месяце. Осталось ведь немножко. Я думаю, что это очень реальные планы и желаю, чтобы все получилось. Отчет Полины Синицыной. Полина вышивает набор фирмы Алиса «Малиновка». Размер готовой работы 17 на 17 сантиметров. В наборе входит Аида гамма 16 каунта, ниточки гамма 32 цвета. Схема цвета символьная. Вышивается крестом в одну и в две нитки. Также есть полукрест в одну, в две и три ниточки. И как вы видите, что работа практически завершена. Здесь не хватает бэкстича. И также Полина хочет украсить эту работу бисером, добавить бисер в цветочки. Я думаю, будет очень красиво. И думаю, что в следующем месяце мы точно увидим полностью ее завершение. Наталья Зенькина отчитывается по набору фирмы Dimensions «Калитка влюбленных». Размер работы 25 на 36 сантиметров. Зашивка здесь частичная. Вышивается на Аиде 14 аккаунта. Цвет слоновая кость. Пишет нам Наталья, что продвигается работа потихоньку. Немножко есть сложности с вышивкой в 6 сложений нитей, там где идет полукрест в 6 сложений нитей. Но в целом получает огромное удовольствие от процесса, вышивает, никуда не торопится. Итак, отчет Ирины Силаевой. Во-первых, у Ирины завершился воробушек, это набор фирмы Риолис. Во-вторых, завершился прекрасный котик с цветочком, набор фирмы Алиса, называется «Мечтаю». Дальше продвигается работа в технике вышивка бисером, сапфир от Abris Art, уже приближается к финишу. Также очень хорошо продвинулся павлин и голуби от фирмы Анкор. Мы видим, что уже Ирина четвертый угол. Дальше у нас продвижение по лонгдогу. Вышивка идет на 18 каунте. И сама Ирина красила основу. Добавляется новый процесс. Это мишутка от фирмы Panas с такой леечкой, цветочком, очень симпатичный. И завершились белочки от фирмы Риолис. И еще один старт от Ирины. Это рыжие проказники от фирмы РТО. Пишет Ирина, что здесь гортензия, но прямо из райского сада. И вот они, первые крестики уже готовы. Отчет Марины Филипповой. Марина отчитывается по набору фирмы Риолис 1425, называется «Нежный цветок». Используется здесь 13 цветов ниточек шерсть. Вышивка идет на Аиде 11 аккаунта, была замена. Размер работы 165 на 65 крестиков, это 40 на 15 сантиметров. Цветок готов, не сделан только бэкстич. Пишет Марина, что его будет делать после того, как зашьет фон белыми нитками. В общем, работы еще здесь много, но Марина у нас скоростная иголочка, думаю, скоро увидим готовый результат. Также Марина добавляет еще один процесс, это всем известные акварельные флоксы от Риолис, номер набора 1069, вышивается ниточками Анкор, всего 23 цвета, Аиду 14 каунта, а Марина заменила на Этамин 25 каунта. И вот такой прогресс уже есть, работа хорошо продвигается, желаем шустрой иголочки. Отчет Елены Сметаниной. Елена добавляет новый процесс. Это набор фирмы Алиса.
пишет, что белую канву заменила на Еву, цвет 4033, нежно-розового цвета. Хочет провести несколько экспериментов с цветной основой. И мы видим, как продвинулась работа за этот месяц. Мне кажется, очень удачная замена. Работа преобразилась, и краски смотрятся намного ярче. Второй старт Елены – это набор фирмы «Панна». Называется «Изумруд». Здесь используется 59 цветов, 29 блендов. Ниточки очень яркие, вышиваются на иде 16 каунта. Эту работу Елена будет брать с собой, так как уезжает к родителям, и там ее будет вышивать на даче. Вот такие есть продвижения. Очень яркая работа, непростая, насколько я знаю, но очень эффектная. Отчет Ольги Водолазкиной. У Ольги в этом месяце состоялся старт и сразу финиш. Это мини-голд от фирмы Dimensions 6884. Вышивала Ольга все по набору, никаких замен. Как говорится, вскрыл и сразу начал. В этом наборе есть одна особенность. В нем 16-я Аида, тогда как для мини-голдов привычная 18-я. Ну и посмотрите, какие красивые фотографии. Очень получилось знаменательно. Весна, цветение деревьев и вышелся вот такой прекрасный наборчик. Поздравляем с прекрасным финишем. Дальше Ольга Водолазкина продолжает участие с новым наборчиком. Это также Dimensions Mini Gold. И здесь прекрасные пионы. Это небольшая работа. Пишет Ольга, что все, конечно же, по ключу, без замен, и вышивать будет по саге. Присоединяется к нашему СП Олеся Олесина с набором от фирмы Dimensions. Называется «Поле бабочек». Размер работы 35 на 22 сантиметра. Используется 28 цветов. Вышивается на Аиде 14 каунта. Пишет Олеся, что продвижения небольшие, всего 500 крестиков, но уже сделал перенабор, и теперь процесс пойдет полегче. Татьяна Казакова в нашем СП вышивает набор фирмы «Чудесная игла», уютное гнездышко, вышивается на Аиде 14 каунта, размер работы 19 на 25 сантиметров, используется здесь 39 цветов, 2 бленда, есть крест, полукрест, выкладная нить, французские узелки, также бэкстич, и за месяц 1181 крестик. Прекрасный старт. Присоединяется к нам также и Анна Гильманова с набором фирмы Dimensions «Дом у озера». Размер работы 35,5 на 27,9 сантиметра. Вышивается на Аиде 14 каунта. В наборе используется 30 цветов. Ниточки здесь Dimensions. И вот такой вот старт есть. Ниточки красивые в косичках. Ждем первых крестиков. Присоединяется к нам также Дарья Ибрагимова. Пишет, что принимает участие в нашем СП с первой работой. Это «Мадам Моне» за вышивкой по мотивам картины Клода Моне. Размер работы 24 на 30 сантиметров. В набор входит Аида 14 каунта белого цвета, Мулинен Кор 31 цвет. Данную работу Дарья начала в свой день рождения, так как ей очень нравится этот сюжет. Вот такой старт есть. Желаем шустрой иголочки. Наталья Матынга отчитывается по набору фирмы Лука С, ваза с розами и цветами. Размер работы 34 на 41 сантиметр. Вышивается на Аиде 18 каунта, полная зашивка. Пишет Наталья, месяц апреля, отчет номер 2. Вышилось 21 336 тысяч крестиков. Вышивается все так же легко и приятно. Немножко есть резкие переходы в фоне, но в принципе такое бывает у Лука С. А в целом все очень нравится. Всех поздравляет с праздником. И мои итоги за май месяц. У меня произошел старт. Это набор от фирмы Бася Арт, кардинал, размер работы 10 на 15 сантиметров, вышивается на Аиде 16 каунта ниточками ДМС. Это подарок был от Татьяны Буркица.
Я получила посылку и сразу приступила к вышивке этого замечательного кардинальчика. Он у меня быстро вышился, и перед вами вот такой прекрасный результат. Также я продолжила работать над набором фирмы Джан Лин 4 сезона птиц. Я здесь заменила основу. Здесь была Аида 14 аккаунта, но я заменила на Еву 28 аккаунта. Как я и говорила, сложный дизайн оказался, потому что очень идет частая смена нитки, много 3/4 креста, дробный бэкстич. Но тем не менее я преодолела сложный участок. У меня полностью завершился фрагмент весна окошко, и я перебралась уже в летнее окошко, яркие цвета, немножко привыкла к схеме, и процесс идет уже намного веселей. Также я уделила время и процессу вервака «Яркие птицы». В этом месяце мне удалось повышивать этот процесс. Я продвинула клетку, вышились птички, даже я немного повышивала бэкстич. Картинка уже проявляется, все красиво смотрится, ярко, объемно. Я надеюсь, что в мае месяце мне, возможно, удастся завершить, ну, либо очень-очень хорошо продвинуть. Процессом я довольна. Так что буду стараться вести его к завершению. Это все наши итоги, все наши отчеты. Прекрасно мы все потрудились над процессами. Я вижу, что многим эта тема пришлась по душе, поэтому у нас будет много-много всего интересного. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока. Итак, по отчетам у нас все. Теперь я хочу перейти к заключительной части видео и хочу показать вам подарки, которые мы для вас подготовили. Хочу познакомить вас с новым спонсором. Это Анна Маркина. У нее есть канал на YouTube, а также свой магазин в Instagram и ВКонтакте. Анна занимается изготовлением различных текстильных изделий, в том числе разные органайзеры для рукоделия. Вот перед вами фотография очень такой яркой рукодельной сумочки, в которой можно складывать, ну, различные процессы и приятные наши аксессуары для рукоделия. Что-то подобное Анна сделает для нас, и в конце совместного проекта, совместный проект у нас завершится 1 октября, и мы сделаем розыгрыш рандомным способом среди готовых работ, разыграем вот такой замечательный подарок. И это еще не все. Также и от меня будут подарочки. Я выбрала 3 набора, выбирала как для себя. Относительные новинки Риолис, ну, новинки прошлого года, но наборы нестандартные, сочетаются здесь разные техники. И я думаю, что любой рукодельнице всегда интересно попробовать что-то новенькое. Во-первых, здесь это Риолис красный шиповник, размер работы 20 на 20 сантиметров. Во-вторых, белый лили, такой же размер 20 на 20 сантиметров. И третий набор — это букет с лагурусом и хлопком. Данный дизайн, данный наборчик третий, я подарю сама на выбор кому-то из участниц. А первые два, шиповник и лилии, мы также разыграем рандомным способом. Вот такие у нас подарки. Я думаю, что очень интересные подарки. Ну и в любом случае всегда интересно вышивать работы вместе. Это есть стимул, и многие благодаря СП быстрее и больше вышивают. Это самое главное. Ну что, на этом все. Желаю всем хорошего настроения.